Во время пресс-конференции по итогам переговоров президентов Азербайджана и Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Ильхам Алиев предлагал бывшим руководителям Армении продать удерживаемой армянской стороной 7 районов, а также поднять Армению. Но все бывшие руководители Армении, кроме Пашиняна, отказывались. Я, конечно, когда не стану президентом, много чего расскажу хорошего о том, что Ильхам Гейдарович предлагал армянскому народу, руководителям Армении для того, чтобы урегулировать этот конфликт. Одно из предложений, когда он мне сказал, слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях. Я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению, когда за $100 была нефть. Говорил ты мне, я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить. Передай ему, чтобы мы мирно урегулировали этот вопрос. Но я сегодня впервые публично, я думаю, ты же не против, что я это сказал. Это все, что хочешь говорить. Уже ты все сказал. Но было такое. Но армянское руководство отказалось от этого. Бывшее, до Пашиняна. Мы хотим жить в мире и спокойствии, но наше желание только, к сожалению, недостаточно. Ну как-то вот я отдам всем районам, а они потом начнут воевать. А если не начнут? Как если не начнут? А можно разве на если оставить 150 тысяч населения? Так вот я и говорю, что ну тогда хорошо, давайте, коль мы организация, защитим, сделаем так, чтобы не было войны после того, как это. Но это уже мы должны решить. Мы должны туда определенные миротворческие силы направить, к примеру. Да, в Нагорный Карабах поставить на границе. Мы же не воевать туда придем, а договоренности соблюсти. Понимаешь, вот тут твоя позиция слабовата, мне кажется. Я не отдам 7 районов, потому что ты потом против меня начнешь воевать. А тут сразу, а если не начнем? Конечно. А что значит, если не начнем? А если начнем? Если там так поставят миротворцев, да? Гаранты вступают в дело. А почему просто так отдавать? Я не понимаю. Как просто так? Ну он заплатит. Заплатит? Он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе, если ты уже... Пусть я ему даю 6 миллиардов. Пусть он откажется от этого. От чего? От 7 районов? Да ты что? Если бы ты сказал, я отдаю 7 районов, не хочешь признавать? Вот вы тут с россиянами умные, давайте 20 тысяч туда, чтобы стабилизировалась обстановка. И мы бы никуда не делись, и все бы вместе решали эту проблему. Но ты не хочешь ее решать. Александр, это мое мнение, говорю тебе как друг. Послушай, пожалуйста. Я не могу этого делать. Почему? Потому что эти 7 районов было завоевано 5 тысячами ребят, которые там погибли. 5 тысяч человек там погибло. Ну и что? Ну и что? Ну если для тебя, ну и что для... Нет, так у нас с ним погибло 30 миллионов, и что? Мы что, сегодня с немцами воюем? Во-первых, у нас не меньше погибло, только 30 тысяч погибло за Беларусь. Вот в этой войне, которая... Тем более.